После того, как я очистила мою кожу с помощью специального крема или с помощью моего любимого мыла, я промакиваю влажную кожу полотенцем, и потом я, как правило, наношу на зону рук, на зону ног, на зону спины, бедер и на зону живота увлажняющий крем, увлажняющий лосьон. На данный момент уже достаточно долго мой базовый увлажняющий лосьон это... Это увлажняющий лосьон от марки Relastil. Relastil, как я уже сказала, это испанская марка. Это марка, которую я очень-очень люблю. Это вот такая вот туба нежно-голубого цвета. Она в объеме 400 мл, что очень-очень удобно, когда мы говорим про уход за телом, потому что все-таки расход продукта для нашего тела значительно больше, чем расход продукта для нашего лица. С вот таким вот дозатором, помпой, очень удобно. И это молочко для тела, это Body Milk. Moisturizing and emollient with hyaluronic acid, ceramides and omega 6. То есть это вот такое вот очень мягкое, очень легкое молочко с гиалуроновой кислотой и омега 6. Это мое базовое молочко, и я им пользуюсь, в принципе, каждый день для того, чтобы поддерживать мою кожу молодой, здоровой и упругой. Это молочко очень быстро впитывается, не оставляет никакого липкого эффекта, оно замечательно увлажняет кожу, не вызывает никаких высыпаний, ничего не провоцирует, не жирнит кожу ни в коем случае, и я его даже иногда в экстренных случаях наношу и на зону декольте, и на зону спины, и даже иногда, если у меня вдруг заканчивается мое базовое увлажняющее средство дневное, я могу его нанести на лицо, и тоже результат будет очень-очень хороший, потому что вот это вот молочко, оно, правда, потрясающее, очень-очень его рекомендую, и, как я уже сказала, туба 400 мл, ее хватает надолго, и вот там, где я живу, подобная туба стоит около 14 евро, не самый дешевый крем, но так как он расходуется по чуть-чуть, то я считаю, что это вполне-вполне выгодное инвестирование ваших средств. Еще один крем, который я очень нежно люблю и который я часто использую для увлажнения моего тела, это вот такой вот крем, тоже зелененький, как и мыло, от марки Herbario Toscana. Этот крем в объеме 250 мл и называется он Olive Complex Body Balm, который питает и увлажняет, nourishing and moisturizing. В данном случае эта баночка уже закончилась, я этот крем нежно люблю, покупаю его опять и опять, и использую я его, когда я хочу мою кожу не просто увлажнить, а немножко подпитать, когда я понимаю, что она чуть пересохла, как правило, после каких-то перелетов или после каких-то стрессов, и я на несколько дней перехожу на вот это вот увлажняющее средство, которое мне помогает достаточно быстро мою кожу восстановить и помогает за ней ухаживать и поддерживать ее увлажненной, нежной, гладкой. Данный крем, он с вот таким вот дозатором и специальным еще защитным колпачком, который одевается. Он несколько подороже, чем крем от марки Relastil. Он стоит порядка 17 евро, но если в Relastil мы за 14 евро получаем 400 мл, то в данном случае за 17 евро я получаю только 250 мл данного бальзама для тела. Но, поверьте мне, данный бальзам тоже стоит вложенных денег, и я с удовольствием возвращаюсь к нему опять и опять, если у меня есть такая возможность и потребность. Еще один крем, который я использую для увлажнения собственного тела, это вот такой вот крем от La Roche-Posay. Это Lipicar Balm Up. Это крем для очень сухой кожи. Эта туба тоже 400 мл с вот таким вот дозатором. Честно говоря, я купила данный крем уже достаточно давно, и до сих пор у меня эта туба остается практически полной, потому что он мне показался слишком жирным для своей кожи. Моя кожа бывает суховата, но все-таки моя кожа не отличается излишней чрезмерной жирностью, и вот данный крем мне показался все-таки слишком и слишком жирным и питательным, и несмотря на то, что на тубе написано, что данный крем очень быстро впитывается, абсорбируется и не оставляет никаких следов, у меня все-таки было ощущение чего-то липкого на моей коже, и это у меня вызывало дискомфорт. Мне было неприятно сразу после нанесения этого крема одевать одежду, поэтому я его использую либо в зимнее время в каких-то экстренных случаях, либо я его периодически использую для ухода за зоной моих ручек и за зоной моих ножек. Если мы говорим про увлажнение тела, я все-таки пока возвращаюсь к моим двум любимым кремам. Это крем от марки Relastil и крем от марки Herbario Toscana, который я очень-очень люблю. Я очень рада, если та информация, которой я с вами делюсь, оказывается вам полезна. Если у вас возникают вопросы, задавайте их, пожалуйста, внизу, пишите комментарии. Если нравится, ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще очень и очень много интересного. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Пока-пока-пока!